Мы однажды вместе с Васей отдыхали на турбазе. Я из Волги не вылазил, я с утрашки долбанул. Что нам рифы, что нам мели, отдыхали, как хотели, возмужали, загорели. Вот только Васька утонул. Через полчаса с турбазы притащили водолаза. Разбудили, но не сразу он глаза открыл, икнул и тройного влил в аорту. Сразу видно, парень тертый, спецотличник, мастер спорта. Вот только тоже, как вы догадываетесь, утонул. Прибежал директор базы, не видали водолаза? Все духи украл, зараза, всю похмелку умыкнул. Эх, найду, кричит, и в катер, и с разбегу дернул стартер, и умчался на фарватер, где, конечно, утонул. Ставлю рубль, ставьте стольник, здесь бермудский треугольник. За покойником покойник, я как крикну, караул! Из кустов в одном погоне, весь в ремнях и в самогоне, выбегал полковник Пронин, но этот сразу утонул. А потом тонули ходка, врач и повар с пьяной теткой, рыбнадзор тот вместе с лодкой, ну а к вечеру вообще два директора заводу, все туристы с пароходу, главное, канули как в воду, ни привета, а ни вещей. К ночи сторож появился, но тот совсем не удивился. Говорит, ты чё взбесился, глянь на Волгу, вон она. Там на медне посередке утонула баржа с водкой. Может, сплаваем в охотку? И нырнул, и тишина.